так вот. Но у нас разрешены обратные замены. Мы да, помним, это самое главное. Так что сейчас Овечкин уйдет, чтобы выйти потом. И может быть сейчас будет тот самый момент. Первый ой, шаг! Первый мяч московского «Динамо» в этом матче. Друзья, ну блин, мы видели, наверное, все сегодня. И концерт, и футбол «Динамо» «Амкал». И 10-я минута, Овечкин, перед тем, как его собирались поменять, забивает мяч в ворота «Амкала». Давайте послушаем трибуны. Александр Овечкин, Дмитрий Дерунец, отправился из нашей комментаторской позиции объявлять автора забитого мяча, который отправляется на замену. Вместо него Даня Фомин появится на поле. Аплодисмент. Я думаю, стадион просто должен стоя провожать Александра Овечкина за те 10 минут, которые...